неотвратительный птица! Нет, не ради вашей выгоды! Загляните в свое сердце! Опомните! Рэйчел тебя ждет, если что! Что происходит? Джошуа в порядке? Без понятия, мне как-то похер! Заходи давай! Похоже, снимать верить в предсмертной агонии не всем кажется хорошей идеей. Это просто горстка недовольных, а брейнданс увидят миллиарды. Что, если начнется скандал? Студия не боится убытков? Шутишь? Они скандалы добиваются. Я бы тоже протестовал, если бы мог. Но никуда не денешься. Семью надо кормить. Такая работа. Куда мне идти? Прямо по улице до здания, у которого стоит полицейский. Спасибо. Мессия принял смерть не ради вашей выгоды. Загляните в свое сердце. Значит, я думала, что ты будешь выглядеть профессионально. Все на месте. Уже. Ну ладно, заходи. Когда вынимаешь щепку, все автоматически копируется во внутреннюю память. Ненадолго. Слушай, давай разрулим это как-нибудь без... Без чего? Ты ребенка живьем изрубила. Подожди, подожди. Я уже нашла покупателя. Он мне заплатит, я дам тебе половину, хорошо? Нет, отдавай сейчас, а то, может, и нет никакого покупателя. Сколько смотрела черных виртов, но такой херовый первый раз вижу. Вообще ничего не чувствуется. Не волнуйся, Оля, мы все решим. Обязательно. Начнем вовремя. Я позвонила кому надо. Наконец-то. Мы опаздываем. Стивенсон про тебя целый день спрашивает. Сходи, поговори с ним. Он в примерочной. Ты хотел меня видеть? Я хочу, чтобы ты была со мной, когда я буду умирать. Тут нет никого из моих знакомых. Ни друзей, ни родных. Все еще хочешь записать этот брейн-данс? Больше, чем когда-либо. Thank you.
мало времени. Мне кажется, это какое-то безумие. Ты погибнешь, а студия будет наживаться на этом еще кучу лет. Слишком поздно. Я не могу отказаться. Мне очень страшно. Ты помолишься со мной? Выбери любую молитву. Я не хочу молиться. Хорошо, тогда... Подожди минутку. Пора начинать. Идем. Надеюсь, Зулейха молится сейчас за меня. Ты останешься со мной до конца. Я хочу, чтобы именно ты прибила меня к кресту. Нет, извини. Я не хочу смотреть, как тебя будут прибивать к кресту. Я сделала, что могла. Правда. Но смотреть... Нет, нет, прости. Ладно, спасибо, можешь идти. Я тебе позвоню. Пойдем, уже все готово. Соберись и вперед. Спасибо. Значит, это ты вчера брала камеры? Чего? Какие камеры? Все на месте. Уже на месте, да. Я даже знаю, что ты записывала. Когда вынимаешь щепку, все автоматически копируется во внутреннюю память. Ненадолго. Слушай, давай разрулим это как-нибудь без... Без чего? Ты ребенка живьем изрубила. Подожди, подожди. Я уже нашла покупателя. Он мне заплатит, я дам тебе половину, хорошо? Я думала, что ты будешь выглядеть профессионально. Ну ладно, заходи. Не волнуйся, Оля, мы все решим. Обязательно. Начнем вовремя. Я позвонила кому надо. Наконец-то. Мы опаздываем. Стивенсон про тебя целый день спрашивает. Сходи, поговори с ним. Он в примерочной. Ты хотел меня видеть? Я хочу, чтобы ты была со мной, когда я буду умирать. Тут нет никого из моих знакомых. Ни друзей, ни родных. Все еще хочешь записать этот брейн-данс? Больше, чем когда-либо.
Знаешь, я думаю, ты настоящий мятежник. Революционер. Я не понимаю тебя. Ты хочешь подарить людям что-то настоящее. Студия думает, что нашла дурачка, на котором можно нажиться. А это же ты их используешь, чтобы изменить мир. Я не думал об этом в таком ключе. Мне очень страшно. Ты помолишься со мной? Выбери любую молитву. Да, конечно. Боже, мудростью своей устрой так, чтобы все сложилось хорошо. Я прошу этого для Джошуа и для себя. Джошуа. Пора. Мое время пришло. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Я хочу, чтобы именно ты прибила меня к кресту. Пожалуйста. Хорошо, Джошуа. Конечно. Спасибо. Хорошо. Начинаем. Тебе нужно будет сказать несколько строчек. Заучивать не надо, их покажут на суфлёре. Ты не боишься Бога, когда сам осужден на то же. Ибо не знают, что делают. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Говорю тебе,
Ныне же будешь со мною в раю. В руки твои предаю дух мой. Это был мой самый трудный проект, но я справилась. Что теперь? Пойду домой. Дня два буду просто спать. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Буду ждать звонка. Угу. Удачи. Удачи. Отче, отче, в руки твои предаю дух мой. Аминь. Это был мой самый. Насчет денег потом с тобой свяжусь. Лучше не выпускайте этот вирт. Такое нельзя показывать. Ну, это уж не от тебя зависит и не от меня. Я позвоню.